узнала. Офигеть! Только что из роддома забирали, а уже 2 годика. Вот так на самом деле и есть. Но Емелька для своих 2 годиков, она вся такая... Уже и болтает, и носится, и самое главное, руководит всеми. Как бы нам, конечно, хочется видеть в Эмильке черты Талюшкины, да? И я думаю, что тут особо присматриваться не надо, что по характеру, я думаю, что тут все заметили, что Эмилька от Талюшки очень много переняла. Вот именно, как, даже когда годик еще отмечали, она, я так помню, подошла к каждому столу, со всеми поговорила на своем языке, всем дала указания. Еще Юлька говорит, может быть, мы пораньше там едем, как Эмилька будет. Она еще всех проводила. Она еще раз так все ведет. Да. Да. Ну, слава богу, Эмильке повезло, что ей много с кого можно брать примеры, много таких черт брать от Юльки, от Даниила, от бабушек, дедушек, всех вместе, потому что она несет частичку каждого из вас. Мы ее очень любим, мы вас всех очень любим. Давайте с днем рождения, Эмильке 2 годика. Ура!
Сергей, это я. Перевалили на меня самое трудное. На самом деле у нас старший Александр. И по казахским обычаям он должен гореть. Но его слова законны для всех. А вообще мы подкаблучники. И я бы, конечно, бы передал любой рядом прекрасной даме тост. Но... Как всегда, любая женщина уже женщина. На минное поле, да, идет. И Нинка для нас это очередная радость, светоч, цветочек. На самом деле она очень уникальная девочка. Почему она уникальная? Вот если вы за ней понаблюдаете, она абсолютно самодостаточна. У нее масса дел, которые она должна успеть переделать. Был такой случай, мы как-то отмечали какой-то праздник, она заинтересовалась портмоне, кошельками. И что самое интересное, ее деньги не интересовали купюры, а интересовали кредитные карты, которые она все собрала из всех портмоне. При всем при этом я ни разу не видел, чтобы она плакала, чтобы она просилась домой. Она абсолютно никогда не устает. Я не могу сказать, что она супертусовщица, но она абсолютно комфортно себя чувствует. Что касается Юли, я уже говорил, вот Даниила и Юля, у них замечательные родители. Очень часто бывает, что природно дети отдыхают, но здесь не произошло этого. Это замечательная пара, очень красивая, очень интересная. И самое важное, на мой взгляд, любящие, если вы внимательно присмотритесь к ним, как они переглядываются, какие взгляды бросают друг на друга. Но не то, что завидки берут, мы тоже были молодые, может быть, так же любили, может, чуть меньше, может, чуть больше, не знаю. Были сомнения определенные, что Даниил, но слишком уж юный для отцовства. Но как он общается, как он занимается, сколько он внимания уделяет. Мы не знаем, при нем Эмилька вообще только улыбается, больше ничего не делает. Находится в абсолютном равновешном состоянии. Юлечка, Даниил, мы вас очень любим. Мы вам желаем, чтобы Эмилька никогда сильно не болела. Конечно, пусть чуть-чуть там это. Маленькая простудка какая-то будет, чтобы вы про нее не забывали. Вот. А так, самое главное, совет вам да любовь, и у вас все всегда будет хорошо. Тем более, когда у вас такая бабулечка-красотулечка, которая не очень любит говорить длинные тосты, но, Даниил, ты, наверное, понял, что это человек, который любит вас больше всех на свете. Человек, который готов бросить любые дела, помчаться по первому вашему зову, по первому вашему намеку, и вы на нее можете всегда рассчитывать. Ну, в общем-то, и на нас вы тоже можете рассчитывать, на нашу команду, которая вышла. Юлька знает, Даниил потихоньку привыкает за Эмильку, за ее длинную, счастливую жизнь, за ее любовь в ее жизни, за ее хорошего, красивого, надежного мужчину, которого она встретит. За все самое-самое лучшее у нее и у вас. Сережа, у нас прям самый красный. А вот будете отдавать все рассказы. Но мы знали, кому даем в руки микрофон. И трудно добавить что-то к словам Сережи, с которыми мы абсолютно согласны. Хочется сказать, да, для нас семья Виницких Хакимовых, да, это очень близкие, родные люди, и Юльку знаем, с рождения практически. И что характерно, почему вот Юлька такая, вот какая она есть, открытая, миру, умная, гармоничная, которая несет такой только позитивную энергетику, а потому что, Юльчик, твоя семья, где ты воспитывалась, где ты росла, это атмосфера добра была, атмосфера любви, и вы сумели Эмильке сделать вот такую же атмосферу.
Эмилька носитель обалденного генофонда, вот я скажу. Нам посчастливилось знать, и мы знаем, и мы знакомы и с бабушками, дедушками. Ну, для Эмильки уже про бабушками и про дедушками. Подожди, а про пра мы не знаем, мы про пра даже знаем. Да, ну у Толика папа, да, вот мы же вот работали, мой коллега там тоже был в институте физики высокой энергии. И просто вот эта вся жизнь вашей семьи происходила на наших глазах, и слава Богу, с нашим участием. Мы рады сегодня поздравить вас, Наташку поздравить. Вот. Ну, Наташечку. Ну, для нас она же не бабушка, она твоя бабушка. Нет. Она для нас Наташка. Вот, конечно, Даниил, передай большие поздравления и привет всем своим родителям, которые братья, там, бабушки тоже поздравления. Вот. Ну и, конечно, Эмильке мы желаем только счастья и любви в этой жизни. Пусть он очень открытый человек к этому миру, да, она смотрит восторженными глазами, и действительно она всему рада. Всему рада, вот я смотрю, действительно абсолютно счастливый человек. И я хочу пожелать, чтобы этот мир для нее тоже открывался только самыми хорошими сторонами, чтобы ее окружали прекрасные люди, чтобы она самореализовалась, у нее гигантский потенциал. Ну и мы любим и вас, и Эмильку. Поздравляем. По ребенку всегда видно, как в семье ситуация. Пусть всегда Эмилька будет такой же искрящийся взгляд, веселый, улыбчивый, спокойной девочкой. Активный, но спокойный, знаете, это. И чтобы за благополучие, счастье, спокойствие, поддержку вашей семьи, за любовь. Юлька, ну ты знаешь, я тебя, как мы тебя любим. Всегда ты была для нас как дочкой. Вообще прям искренне, абсолютно любовь и переживание за твою жизнь. И Данил, когда вы поженились тоже, Данил вам абсолютно вот родной человек стал. Я хочу сказать Эмильку, ваше продолжение, которое вот она как бы совместила любовь. То есть мы знали вашу Юлькину бабушку, дедушку, мы познакомились с Данилой, бабушкой, дедушкой. Мы очень хорошо знаем ваших родителей, особенно Юлька, твоих, маму и папу. И вот, ты понимаешь, для меня очень главное, это внучка Толика. Вот для меня это, наверное, одно из самых посылок, почему я так люблю Эмильку. И я представляю, как он баловал ее, как он давал ей всю любовь, внимание, там, время, как он это делал. Сейчас Наташка, извините, опять же Наташка, Натулька наша любимая, наша подруга, как она это делает за двоих, сколько она времени, внимания уделяет Эмильчике, помогает вам. Вот за эту любовь, которая в семье только приумножается, за все это, что все это из поколения в колени передается, и вы, безусловно, такие достойные родители. И мальчик, который для меня не только вот там маленькая, забавная, очень красивая девочка, которая такая вот, какая она есть, она будет прекрасной девушкой. Я пытаюсь представить, там через 15-20 лет это просто гроза наших грузинских мальчиков будет. Они еще будут там, да. За нее там биться в дуэлях наверняка. Не факт, может, еще родственниками. Но, Юлька, ты понимаешь, насколько она не родна, вот просто по сути, потому что мы родные семьи, вот все наше, вот, наше время, которое мы провели, вот это все было. Поэтому Юлька для нас выражение вот этого, как бы, извините, квинтэссенция, как бы нехорошее слово, но она олицетворение всех, кого мы любим. Поэтому для нас это очень дорого стоит. Мы любим вас, мы любим вашу семью, и, конечно, Эмилька – это наша девчушка. Целуем вас, вот за столько лет вы не просто дети наших друзей, а вот такое ощущение, как будто, ну, вы
все понятно, да, почему? Потому что мы все праздники, все дни рождения, мы всегда вместе и как-то очень много времени проводим, ну, по крайней мере, раньше это уже было точно. И так этого не хватает ужасно, вот этих разговоров, болтовни, когда вот именно, слава Богу, что вы приехали на день рождения Нику, хотя и вовсе, казалось бы, там не юбилей, никакие там тебе не громкие 5 лет, а всего лишь там 2 года. Это, конечно, здорово вообще, вы молодцы, что сделали сегодня такой праздник, когда мы можем вас видеть, когда мы можем как-то пообщаться, ну хотя бы вот так. И, конечно, я вот недаром сказала, что вообще именинница, которую не видно, потому что действительно. И, конечно, все равно там пиццы и всякие разные другие там, которые, вкусности, которые у них есть на столе, я уверена в этом. И самое главное вот там. И то, что она абсолютно точно выбрала от вас все самое лучшее, и не только от вас, но и от всех поколений. И Даниила, конечно, и Юка, и Фаид. И мы это видим. Видим этого замечательного ребенка, эту чудесную девчушку, красивую сейчас уже. Я хочу пожелать, чтобы, я уж не знаю, там как 3 года, но хотя бы там 5 лет, пожалуйста, устроите нам такой праздник. Мы с удовольствием придем и обязательно будем с вами. Мы будем с вами радоваться вообще всем ее достижениям, всем ее шагам, которые она сейчас будет делать. И она уже в таком возрасте, когда это не просто там пуси-пуси, там лялечки и все такое прочее, а она вот именно абсолютно самостоятельная личность. Ну, конечно, настолько самостоятельно, сколько и родители позволяют. И я очень вас люблю. За Эмильку я просто рада и счастлива, потому что она у меня есть. Вы, конечно, еще все сделаете, чтобы она была счастлива. Да. С днем рождения!
во-первых, приветствуем всех, мы очень рады видеть всех здесь, потому что это традиция уже у семей Виницких, что каждый год день рождения внучки отмечаем, и тьфу-тьфу-тьфу, вот уже сколько видим, внучка молодец, растет, она такая активная, она очень такая вот позитивная, в дедушку, наверное, тоже там, да, все идет оттуда. И нас очень радует вот Данил с Юлей, они молодцы, они вот так по жизни двигаются, вот так же вот как начинали, как дедушка Толя им вот как бы направил. Это очень нам приятно и очень тепло для них, вот, то, что вот это происходит. И я еще раз хочу сказать, вот, мы тоже со своей стороны хотим поздравить дедушку, бабушку, прабабушку, которая находится в Москве и в Швейцарии, поздравлением от нас. И здесь, знаете, вот хочется выпить, мы как-то ближе в этом, ну, как-то в семейном плане с Натальей. Наталья сейчас, по-моему, пошла, да? На детской площадке. Детской площадке. Вот. Мы видим Наташу, да, все-таки Наташа, мы насколько поняли, оказывается, она идеальная бабушка. Вот я никогда не понимал. Наталья, вот, ну мы мы как-то вот Юленьку, да, знаем вот, ну как она родилась, да, но настолько вот я никогда не понимал, вот, ну что, как Наташа будет бабушкой. И вот когда мы каждый раз разговариваем, встречаемся, и она вся в заботах вот семей, там, как все это продолжить, как это все там развивать. И то, что вот дедушка Толик там не успел там что-то сделать, да, она все это все продолжает, все делает как надо, да. И это очень, Наташа, трогательно. И то, что вот ты поддерживаешь молодых, как, да, и поддерживаешь вот все отношения вот с друзьями, вот как-то вот все это организовываешь, нас всех объединяешь, за это большое тебе спасибо. Ты молодец, ты настоящая бабушка, пример всем. Да. И при этом Наталья, вот, ну мы все знаем, да, у Наташи есть мама, да, вот. Постоянно ездит к ней, приглашает сюда. Ну, конечно, она ей уже как-то не совсем всегда бывает так удобно ездить по состоянию здоровья. Хотя мама всегда любила там на Иссык-Куле, там несколько месяцев дома у вас там, да. И вот, вот это я хотел вот именно отметить, Наташа, ты всесторонне всеми занимаешься. И дай Бог тебе здоровья, силы, воли. И я хочу сказать, что мы всегда с тобой и будем тебя поддерживать. Ну, я хочу сказать, что Бит сказал, не ожидал, а я думаю, что всегда было ожидаемо, что Наташа будет самой замечательной бабушкой, потому что она всегда была в семье полностью, да. И я вот, например, лично всегда говорю, Наташа всегда у тебя училась, как готовить, как вести хозяйство, как относиться к детям. Вот. Поздравляю с днем рождения, вот ваше солнышко, ваша принцесса, пусть она будет счастлива, пусть она всегда вас только радует. Пусть... Мне вот сегодня говорили об этом, да, чтобы были черты всех вас, вот особенно Толика, чтобы она такая же вот креативная была, оптимистичная, лучистая, чтобы такая же красивая, как Юлечка, Наташа. Ну, всем добра желаю, пусть она будет счастлива, и большой привет уже от родственников в Москве. Спасибо.
таким замечательным днем. Два года. Два года. С высоты наших прожитых лет это вроде бы ничто. А это вся жизнь. И эта жизнь, не побоюсь этого слова, удалась. Удалась благодаря родителям. Не могу не вспомнить дедушку. Он многое что привнес, чтобы эта жизнь была счастливой и удачной. Я вас поздравляю, Юля, это в первую очередь твой праздник, день рождения дочери, потому что ты непосредственно отношение к этому имеешь. Даниил. Пусть будет так всегда. Поцелуи, любовь, счастье. Два года действительно, это для нее это очень много. Ну, самое главное, чтобы она была счастлива. Счастливы родители и будет счастлив ребенок. И у таких родителей не может быть другого ребенка. Так что за вас всех, за бабушку, за всех. И самое главное, чтобы у вас все было хорошо, а у ребенка все будет тоже отлично. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну что, дорогие друзья, не забываем уже поднимать бокалы и по традиции. В честь нашей именинницы. Громко, гип-гип!
Всем добрый вечер. Арчу, привет. Я бы хотел в первую очередь поблагодарить всех, кто сегодня пришел разделить наш семейный праздник. Время на самом деле очень быстро летит. И буквально еще такое ощущение, что вчера вот мы в машине ехали из роддома. Уже прошло 2 года. И мне очень приятно всех вас видеть. И практически, наверное, все, кто сегодня присутствует, были и на наш годик. Спасибо большое, что пришли. Я бы хотел, наверное, сказать на камеру Эмилии пожелание, потому что, наверное, когда ей будет лет 7 или там 10, и она осознанно посмотрит свой день рождения, поэтому мы сегодня пригласили видеооператора. Я хотел сказать, что, дорогая наша дочка, мы очень-очень сильно тебя любим и очень трепетно к тебе относимся. Мы хотим, чтобы всю жизнь у тебя получилось. И когда ты будешь смотреть это видео и понимать уже это, чтобы ты знала, что мы тебя любим с самых первых твоих дней и готовы ради тебя в любую секунду пожертвовать самым дорогим для нас. И я хочу, чтобы в твоей жизни ты никогда не сталкивалась с какими-то серьезными, если честно, выборами между чем-то и чем-то, с какими-то жизненными тяжелыми ситуациями, чтобы у тебя все в жизни было как в сказке, и все это было благодаря твоим жизненным силам, успеху, твоему какому-то жизненному энтузиазму, чтобы к тебе притягали всегда самые искренние и честные люди по отношению к тебе, чтобы тебя всегда окружали друзья, и чтобы у тебя была крепкая-крепкая спина, которую мы постараемся с твоей мамой, с Юлей сделать. И чтобы у тебя в жизни все было действительно как в сказке, и ты была очень счастлива. Пожалуйста, будь счастлива. Это единственное, что в нашей жизни сейчас для нас дорого. Спасибо. Еще раз скажу, Эми, мы ее любим. Эми, мы тебя обожаем. Еще хочу сказать, что мне дороги все вы, все, кто пришли. Я вас всех очень люблю. Мы очень сильно старались приехать сюда, потому что этот город для меня родной. Всех я очень люблю всех, кто здесь находится. Спасибо вам, спасибо, что вы нам создали тоже этот праздник. И отдельно спасибо, конечно, нашим родителям. Жалко, что родителей Данила тоже нет здесь. Они очень хотели, передавали привет, передали там свечки на торт, очень хотели присутствовать. Конечно, моему папе, если бы не мой папа, наверное, мы бы не сделали никакого праздника. Просто я знаю, как, ну, благодаря ему я смотрю, как нужно жить, и я хочу, чтобы моя дочь испытала все, что испытала я в этой жизни. Поэтому спасибо ему отдельно. Я думаю, он нас видит, и она очень на него похожа. Каждый ее жест, мимика. Я постоянно думаю, что как бы папа здесь, и он правда, эти гены, они передаются. Отдельное спасибо моей маме. Если бы не моя мама, столько она всего сделала для нас, как она нас поддерживает, это не передать словами. Она знает, как сложно сейчас нам работать в разных городах, особенно там, мне быть без дочки. Мамочка, я тебя очень люблю. Ты для меня все. Эмилия для меня все. Моя вторая семья. Я вас всех очень люблю. И, мам, спасибо, если бы не ты, мы не сделали бы такой праздник. Ты нам так помогаешь, и я это очень ценю. Извини, что я редко об этом говорю, но я просто действительно тебя очень-очень люблю. Спасибо. Спасибо всем. Давайте еще раз все вместе громко с днем рождения нашей именинницы. 3-4. С днем рождения! Прям громко я смотрю. How will I know when I'm dreaming?
be back, my things I'm good. Don't care if you do, cause it understood. When I get no money, it just ain't no good. I guess if you say